Только там а везде. Он вот в Москве? Да. В Домодедово. Вот чисто, вот знаешь, вот такие балконы везде там были. Красные тоже. Нет, я имею в виду такой формы. Типа выходишь там, типа, хуйней страдаешь. Голуби, например, гладишь. Да. Там нет голубей, там котов до хера просто было. Ну, голуби они любят есть котов. Да. Чего? Голуби любят есть котов. Сука, давай на спавн и заново попробуем, потому что что-то уже как-то далеко ушли от входа. Он-то, по-моему... Блять, где он? А, я тут же заспавнился, кстати. Ну да, понятное дело. И спавн напиши, ты заспавнишься в центре. Где ты сейчас? Ну я в сторону отеля уже иду. Так, а, я вижу Гэндальфа обоссанный он. Фушист бегает. Аутист летает. О, что это? А, это фашист? Ну-ка, нифига. Да. О, прикольно. Фюрер. Я, кстати, знаешь, короче говоря, недавно, когда искал скины на Майнкрафт, нашел на... Это, нашел на новом скине, короче, скина участника группы, которую я слушаю. Это я вообще охерел просто. Понятное дело, что он не похож на него был, ну, потому что это Майнкрафт, ну, блядь, я вообще охерел. Так, ну чё, первый этаж. А где ресепшн? А, вот и вот это вот. И чё? Слышь... Ну видишь, тут череп, он уже давно сдох. Шаболда ебаная, дай мне номер. Да он сдох уже давно. Камбы. Варп мэрия. О, варп скул, давай это, как он? Устроим американский РП. На общественном транспорте. Ого! Доехать до места назначения на такси Кубер? Доехать до места назначения на автобусе либо поезде. Чё выбираем? На общественном транспорте. Давай. Вы успешно приехали. В Пидерляндию. А, это типа меня ТП-шнуло сначала. Меня сначала в автобус ТП-шнуло, потом сюда. Ну-ка, школа, ёпта. Давай, доставай оружие, сейчас стрелять будем. Теория экзамен. Это автошкола, что ли? Сука, серьезно? А подожди-ка, описание фракции. Сучка, мне прям интересно даже стало. Ну-ка, ёпта. А чё за экзамен? Ну-ка, давай сразу экзамен. Блять, меня тупо шло куда-то. И чё? Экзамен на пидорство? Кто первый гейм станет, что ли? В этой комнате. Обычно гражданин. А я кто? Ты гражданин? Не гражданин. А все лежащие вещи на карте будут... Сука, это не то. А чё это? Какой экзамен-то? На что? Преступность? Ноль? Баланс? Образование имеется? Работа безработную? Ваш уровень? Ноль очков. Давай-ка... Хтунг. А чё за миска? Откуда? А, погоди, чувак! Вот, смотри, в чат, чат, чат. Нажми на компас и чат. Что такое РП? Это я просто, я, сука, я всю эту жизнь изучал. Я всю жизнь это изучал. Чувак, ты не сдашь, конечно, но ладно. Вы не можете писать чат в школе. Нужно нажимать. Нажимаете. Сейчас, чувак, давай тогда эту... я каждый, РП... каждый свою пройдет, каждый свою. Хорошо, я РП... Ой, я РП просто, вот, сука, просто легко. Я в Сампе в РП только так. Тут все РП эти термины, короче. Так, тут все чисто это... Ой, ой, чего, ой, ой, чисто из сампа все термины. А, ладно. К лидеру фракции. К лидеру фракции. Какие работы являются государственными? Вот это. На какой номер звонить полицию? Хорош, ну, 112, наверное. Валюта в штате. Бля. Верты. Я угадал! Сука, стамп, я тебя обожаю, бля. Сколько участков можете купить в свое распоряжение? Допустим... Не знаю. Что означает МИИДУ? Тегровка, покупка недвижимости. Вы получили высшее образование. Охереть. Это сколько ты очков получил?
8. А я 7. Я не играл в РП. Чувак, ну ты хорош. По меркам, конечно, ты хорош просто. Вообще красавчик. Ну что, А, погнали кстати, дальше на давай. Skywars? Чего? Какой Skywars? Bedwars. Подожди, а здесь есть стандартные... Да ладно, серьезно? Здесь даже работают стандартные команды Сампа. Так, ну-ка, склад пятерочки, СМИ, воинская часть, центральный госбанк, отель, больница. Погнали, знаешь, что посмотрим? А это Москва, мэрия города Москвы, прикинь. Давай, знаешь, что посмотрим? Полицейский участок. На общественном транспорте. Вы в автобусе. Бывает. Также вы можете поиграть в CSGO на телефоне. На работе в полиции. Охереть. Вот это я не ожидал. Вот это неждан, конечно. Че, погнали? Да, короче, это ты не хочешь это? Я хочу тут этот полицейский участок посмотреть. А я вышел, меня вылетело. А. Сейчас я тогда посмотрю. Так, что-то интересно, что? Автозаход. ПКМ для автоматического захода не на подходящую арену. О! Ну, автозаход это не совсем заебись, конечно. В принципе, ладно. Так, я тогда B2 зашел. Так, зашел. Какое? Да, так, Давай смотри. потыкаем, где есть два, короче. Бывай арена 8, заходи. Все. Там два? Там 4, ну. Ну. Да похеру, на самом деле. Зашел? Зашел? Сейчас, погоди. Нет. В смысле, нет. За красных. Нет, за зеленых, 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 зеленых. Хотя бы А, здесь такого отлично. аутизма нет. Да. А почему, когда двое есть, я понять не могу. Это бред какой-то. А что компас дает? А, быстрый старт? Нет, такой нам не надо. Ожидаем. Меня все время такое чувство, как будто я играю на Wine World. Серьезно, меня все время не покидает такое чувство. О, кстати, карта какая-то другая. Ну ты, короче, тогда это, да, защищай. У нас Ага. тут, в принципе, что? А, вон алмазы вижу. Ну я, короче, за алмазами, как всегда, А буду у нас бегать. один АФКшник. Ну пусть АФК, что это даже хорошо. Чем вот этих аутистов меньше играть, тем лучше. Сука, блок не туда поставил. Значит, Чувак, так просто. непривычно, когда почти все разъемы в ноутбук включены у меня. Full penetration. А, значит, ты так хочешь. Чего так хочу? С проникновением, да, Арсений? Нет. У меня опять какое-то чмо вокруг меня летает, когда я поворачиваюсь. Это муха из My Summer Car. Угу, из зеленого слоника. Да, кто-то насрал, а муха прилетела. Я вас прошу, черти вы полосатые, только не это, не просрите. Вы же не пидоры? Может, вы, конечно, пидоры, но все равно не просирайте. Так, чувак, там может к нам кто-нибудь прибежать с центра. Да? Да, поэтому там сойди. Натуре. Я хотел сказать, отыгрывай РП, короче, защищай. А, слышь, Ми, у вас недостаточно прав. Так, там кто-то Или бежит! недостаточно прав, чтобы РП отыгрывать. Желтый бегут, Арсений! Не бежат, а бегут. Насрать! Давай. А я его забрал с собой, нет? Мы все сдохли тупо. Я же сказал, напишу им, аутисты!
А еще АФКшник у нас. А, который вышел, походу. Кусок аутистов. Ну что, давай, давай. Что, тогда выходим? Ну да, аутисты же сдохли. Это же дегенераты просто. А ты, кстати, где был, Арсений? Почему ты не защищал? А я защищал. Между прочим, я в первых рядах был. Так, сейчас я пробегусь. Десятое. Нет, да, выйди, 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 выйди. Сейчас это я другие проверю, вдруг там есть. Так, хуйня. Так вот, поговорим, 2-2-2. Там говно. Так вот, так вот, так вот. Говно. Модератор за зеленый. И VIP всякие, ВП, ёпти. Понятно. Давай, короче, БВ, арена. Давай, десятый быстро. Одиннадцатый, одиннадцатый, одиннадцатый. Один сказал же на десятую. Где одиннадцатая? Вот она. Так, давай красная. Да подожди, ёбан. Гэндальф. А здесь по двое или по сколько? По четыре. Блять, а в смотри, какие анальные шарики, Арсений, смотри, какие анальные шарики. Погоди, это та самая старая карта, что ли? Они ее переделали? Так, короче, сбоку... У меня просыпается арахнофобия. Трахнофобия? Да, арахнофобия. Боясь паучка Игнать? Да, вот именно. Смотря на эти шарики. А что такое МВП? Voice Phenomen, а что такое М? Магнет Voice Phenomen? Лучше бы мы были бы желтыми. Их было бы двое. Так, ну давай. А, ну уже это, там сосуд, понятно. Даже не пытайся здесь стоять на одном месте. Но я и не двигаюсь. А желтые ливнули. Вот мы с тобой играли бы вдвоем. Короче, чувак, оборона. Это что за ху... А, это прокачка, я думал. Куда я смотрю? А, ну не хватает рису... Ну я понял, понятно. Извините, голубя пососите. Наконец-то начал мне спавниться, ну обосраться. Ну давай еще попрыгаем, ну давай, чтобы я здесь полчаса постоял. Давай, давай, аутист. Так, я тебе говорю, ни в коем случае здесь не стой на одном месте. Значит, ты ничего не получишь. Так, а если я весь меч, кстати, сломаю, что будет? Ой, я меч сломал. А у меня меча нет. А, появился. Давай, мой сладкий, давай, аутист, давай, 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 давай. Так это я был. Чувак, я тебе говорю, на месте никогда не стой, потому что ничего не получишь. Не получаю от твоего голубя, потому что он аутист немножко, прям чуть-чуть. Чуть-чуть? Нет, он не чуть-чуть, а аутист. У него есть справка, что он из детдома сбежал. Так, ну шо? Это центр, да? Чувак, просто защищай, защищай базу. Я первый рубеж строю. Ты опять аутист вокруг меня бегает. Дай поворачивайся. Так вообще стрёмно обоссаться просто. Замечательно. Так, ну сбоку никто не построится, это уже заебис. В принципе, уже заебис. А настрой, что ли? О, настрой, это хорошо. Меньше аутистов, меньше проблем. Да. Голосуйте за Игнатия. Меньше аутистов, меньше проблем. Игнатий наш кандидат.
Анальный флажок. Непростое украшение. В смысле, всего лишь один, что ли, что за бред? А, я понял, сейчас будет анальное очко мне. Я думал, сейчас скажешь анальный экшен. Так, на какой лук мне хватает? 24. Ой, чувак, ой, ой, хорош чувак. Я, кстати, про это забыл, а он начал строить. Вот это он хорош. Синие идут! Обороняйся, оборона. Стрел нету ни хера. Я не буду это комментировать. Просто поугараю, да, дать ему все. А чё вы сломали-то быстрее? Арсений, давайте дам лук это со стрелами, будешь стрелять, иди сюда. Надо, просто сейчас я стрелы закуплю и все, у меня вот больше ничего. Вот стрелы, найти дам, на-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 на! Ну возьми! Давай, кидай! Чё ты меня кинул-то? Я думал, ты меня сейчас стрелы кинешь. Ты меня сейчас какое-то говно кинул. Сейчас кину тебе. На. А здесь-то ты зачем застроил мой ванильный педик? Здесь же специально, чтобы видно было. Давай расстреливай, я буду строить, иначе у нас... Вон, возьми стрелы, стрелы возьми. Надо... Расстреливай, расстреливай! Быстрее! Ну сверху, ну не в меня! Сверху, Арсений, сверху! Я не могу сверху, тут этот дебил что-то строить пытается. Да он меня закрывает обзор, прямо передо мной строит. Он, походу, за него играет. О, отлично. Я залутал. Ну нахера ты это сделал? Ну, пидор ты ванильный, сука. Что он строит? Посмотри мне в глаза и честно скажи. Ты долбоёб? Ну, напиши ему в чат. Нахер пошел. Вот правильно. Развернулся и пошел нахер. Не надо что я дописал. Не надо закрывать обзор со стрелковой позиции. О, ну хотя бы так, так нормально. Нормально, базу не закрыли. Не закрыли. Не закрыли. В итоге все нужно делать голуби Игнатию. Так, золото мне надо. Которого нету. На которого нет. Как голуби? Он вроде есть, а вроде его нет. Да, видишь голубя? Не вижу. А он есть. А знаешь почему? Потому что ты пидор. Может, ты пидор. Что ты мой сладким гораешь? Да диалог с самим собой. Ты, потому что ты пидор. Может, ты пидор. Биполярочка. Сука, вот знаешь, как звучит биполярочка, либо биполяр, пробел очка. Понимаешь, какой глубокий смысл? Так Easy Life говорил. Насчет чего? Он говорил биполяр, очка. Восьмер, очка, семер, очка. Не понял. А ты его давно смотрел? Ну это вот у него недавно с очком начало это у него. Пизда, руля. Чё он здесь строит? Даже я такой это, вот этот вот. А он, слушай, он хорош. Я базу все время керамикой закрываю, как долбоёб, признаюсь. А он что? Чё он делает, а? Я не знаю. Стрелковую позицию он нормально сделал, потому что сверху типа никто не прострелит. А остальное я не знаю, что он делает. Может, танк решил построить? Я честно, я в душе не знаю, что он решил построить. Откуда у меня столько стрел? Да,
Так, я нам по одному изумруду таскать, чтобы этих аутистов было меньше. Ага. Чё, там всё нормально? Ну, в целом, да. Но лучше тебе не отходить назад, чтобы не было никаких аутистических ситуаций. Я понял. Просто я меч купил. Ну, меч это хорошо. Слушай, он бы, знаешь, что еще сделал? Он бы еще, сука, ковровый этот, ковер постелил с надписью «Добро пожаловать нахер». Серьезно, что он делает? У чувака ник русский мент. Слышь, мент, ты что делаешь, а? Что этот мент делает? Заебись, блядь, стоха. Арсений, там можешь синий идти, если что. Она же... Сука, я теперь не увижу позицию красного, если он сюда пойдет. Что это за... Ну возьми, чувак, давай возьми эту штуку, давай я ее сломаю, если не... Похер, пусть будет, что это за матка, я понять не могу, а? Я херею вообще, а? Мне нужна страховка. ОСАГО. Так, тихо. Отлично. Ой, он настолько закрыл, что теперь хер в кого стрельнешь. Тут лук уже бесполезный. Ну возьми эту штуку, которая шерсть срезает, и тупо и это, его это. А он опять отстроит, чувак. Ну нет, он не отстроит, еще даже не попробовал. Попробуй сделать, но все на аутист. Я попробовал вообще-то, поэтому тебе говорю. Я уже ломал, он обратно строил. В чат ему пишут, у тебя нах посылает. Вот чё он? Может, он китайский храм еще здесь построит? Так, сзади меня никто не идет? А где ты есть? Ну, вроде а, никого... зеленый идет! Ну и чё, и где? Он просто аутист, чё он делает-то, а? А это, кстати, которая за нас играла, которая в рукающих была. Сейчас я все здесь разломаю, меня реально тоже задолбал, он какую-то дичь строит просто непонятную лютую. Чувак, внимание! Анальное. Спасибо тебе. Ну иди! Ты встал-то, ёпта. О, а теперь я могу у них стрелять. Только толку от этого уже нету. Да что он здесь понастроил? Я спустился. Быстрее убивай, 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 Арсений, убивай быстрее. Ты помогай, у меня 0 хп. Что-то пишет, ёпта. Спасибо, что... Вот, чувак, мне не хватило доли секунды спрыгнуть, потому что этот пидор здесь понастроил вот эти вот... Ты понимаешь, я из-за него, я даже не знал, что зеленый, короче, ломает, я тупо не успел. Короче, он просто сломал кровать, я не знаю. Вот поэтому, чувак, послушай меня, пожалуйста, вот поэтому я говорю, не надо застраивать эти обоссанные стены, потому что ты не видишь, когда подходит враг. Вот именно. Я, знаешь, я пытаюсь назад спрыгнуть, спрыгиваю и иду по ссаной дорожке. А я думаю, а чё я не спрыгиваю? А он там понастроил, ну я просто, я не знаю, что это за говно вообще. Меня, кстати, всё это замутили. Тебя замутили? Да, ну насрать. Ну, короче, дегенерат просто. Давай скидываемся, это хабуйся. Сейчас... Тебя автоматически, что ли, замутило? Я не знаю. Так, сейчас будет сервер доступный, закину. Слушай... Просто дегенерат. Вот. Ты понимаешь, как не нужно играть, понимаешь? Да. Просто такой дегенерат, чувак, я не могу. Просто такой дегенерат. Не нужно строить эти стенки, нужно поставить стенки, чтобы тебя не стреляли. Не нужно возводить это все говно. Не видно, как враг подходит.
Ой, вот именно. А я ему говорю, не закрывай. Не закрывай обзор. Нет, он, сука, понастроил там, я не знаю. Сука, пизда просто. Когда попался дегенерат, короче. Да. Кстати, заметь, серверов вообще нету. Забито. Да, 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 да. Если так ладоши похлопал, что они мне после этого горят. Я представляю. Еще сильнее, чем от дрочки. Так, не знаю, может выйти надо или как? Когда да появится? Быстрый заход можно просто. А, сервера всего 30, доступных 0. Короче, ждем, пока это аутисты отыграют. Это что за параш? Ты видишь, что тут за топ этот? Что? Где? Где ты есть? А, давай, БВ Арена 2-3. Сейчас, если это то. Нет, не то, не то, не то, не то. Не то, не то. Там БВ Арена, там если 2-3, короче, если цифры, то типа это говно, это не тот. Так, чё, БВ Арена 2-3, надо еще. А что за топ-то? Ну, типа, где топ игроков, там всякие ущербные эти статуи сделали. Я понял. Так, БВ Арена 9, БВ Арена 9, БВ Арена 9. За... Просто говори цифру и все, чувак. Чувак, это просто, это что за теребление, я не понимаю, что за жесть? Я кстати, понимаю, как какая-то новая. Что это за дегенерат попался, серьезно, что это? Это вот что, вот кто он такой? Хуйля. Он играть не умеет, понимаешь, он аутист. Да. Немного так. Немного, нифига с немного. Это, по-моему, перебор уже. Он сейчас он... 4 аутиста. А ты есть... запомнил его ник? У него запом... какой-то вроде русский был что-то. Русский мент. Ну нет, он не зашел. Вот тут чувак желтый, короче, тупо бегает это на этом на шифте, понятно все. Античит на сервере есть, серьезно. Не стой на месте, самое главное, ты ничего не соберешь так. Я сам ничего не собираю, классно, Арсений, хороший совет. Я собираю. Давайте мне еще два блока, вы же ничего не делаете. Ты же аутист. Ну давай он соберет, да, действительно, почему бы и нет. Это какое-то просто дегенеративное дерево. Дегенеративное дерево. А как еще этого, сука, гражданина назвать? Аутист, как еще? Да. Знаешь, почему он аутист? Знаешь? Я могу тебе объяснить, почему. Потому что он аутист. Вот именно поэтому он аутист. Если заглянуть в его медкарту, там любой врач, я не знаю, просто умрет. От остановки мочевого пузыря. Остановки голубя. Да. Остановка, голубь. Следующая остановка, очко голубя. Уважаемые пассажиры, не высовывайте головы, иначе их выклюют голуби. Так. А здесь вообще стоит первый рубеж строить? Вот мне даже интересно. Наверное, ну пусть будет. Пусть будет, как бы вообще пофигу. Вот там наши наступают красные на синих. На зеленых. Я помогу, попробую хотя бы. Я тут пока чилю на базе, в принципе, все спокойно. Что? Кого? Я! Сломал кровать. Сука, ты что, ты меня так пугаешь-то? Еще такой звук, когда ты кровать ломаешь, вообще дегенеративный. Ты это все время, я не знаю, какой-то скример обоссанный. А чё, всё, два спавна, что ли, на это? Ну, прикольно, два спавна на 4 команды, ну, удачи. Два изумруда обоссанных я только наутал.
хуйло. А, у меня есть. Это ты строил сейчас вот эту дресню? Да. А, кстати, меньше получилось, чем обычно. Ну, ладно, похер. Самое главное, чтобы все видно было. А не как у того! Вижу. Просто тупо загасил. Так, ну все, короче. Пусть так будет. Я понимаю, что криво нассать. Скажите, как избавиться от аутизма? Доктор Игнатий, а? Я не знаю, как их лечить. Что еще один какие-то, я не знаю, что он строит. Ну ломай, купи эти ножницы и сломай тупо. Да я ему сейчас ножницами кое-что отхерачу другое. Так, 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 это сюда. А что он строит-то опять? Что строит? Что он опять строит? Я не понимаю, что за Диснейленд они все пытаются построить. Ну это ладно, это хер с ним, он просто сзади закрыл. Дриснеленд. Да. Он-то еще ладно, но то, ну тот просто несравнимый. Несравнимый, долбанец. Да, 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 вот именно, фантастический просто. Фантастический. Так, надо ресы, короче, сложить, они мне сейчас все равно нахер не нужны. Хер ли ты возмущаешься, пидор? Я вообще молчу. Да не ты, я этому жителю говорю. Так, там это, зеленый строится, если что, хотят на это, на нас походу идти. Получается, скажешь, зеленый слоник. Ну, естественно, куда же они еще-то могут пойти? Они первым, короче, по-моему, сейчас захерачат, короче, и вообще. Они к нам идут, бери лук, купи лук и стреляй. Они есть к нам строятся. Есть. Так, ну, рандомный прострел давай. Стреливаю далеко слишком. Далеко слишком. Когда ты это золото уже наберешь, сука? Че, он там сосет ресурсы? Нет, я пытаюсь на броню заработать. Там так, на, там наши ребята обрабатывают чё-нибудь, человечка. Что-нибудь попробовать сделать. Я, короче, сейчас нам обсидиану дресню сделаю. Так, он строится, чувак, он строится. Я вижу. Он за. Я не знаю, он просто космосом, что ли, защищен там. Чувак, я запустил уже больше 100 кострел, нихера. Я вообще ни разу не попал. Чё за бред, а? Да нахер надо, а? У меня 9 стрел осталось. А золота нихера нет. Сука, я тебе. Вот честно, я тебе желаю, чтобы ты сдох просто, вот, серьезно, а. Так, вот, я там пытаюсь. Чувак, у меня миссия! Убежать от синий, у меня синий. У него даже нет лука, зачем тебе золото? Чувак, за мной бежит кто-нибудь, да? Нет. Фух, я уже обосрался. За мной синий бежал, я его обманул. Ну-ка, сколько? 25 стрел. Вы больше не гражданин. Вы больше не гражданин, да. Вот опять подсознательно повторяешь. Походу только я качаю это. Ну, да. Так и должно, в принципе, быть. Давай, короче, это, знаешь что, вот эту катку завершим и все, короче, на сегодня. Давай. Потому что-то овер до хера. Я пойду... Я пойду попробую, не знаю, нарезку сделать что-нибудь. Что ли? А я попытаюсь посмотреть хентай. Ой, а что это такое? Арсений, да. Это на базе! Сейчас у нас! А, нас разрушил красную кровать. Арсений, обороняйся! А, ну я понял. Оборона! Обычно.
Слышь, оборона, Арсений, слышь, оборона. Отыгрывай роль обороны. Нас сломали кровать. Я понял. Ты убил аутиста? Да, его кто-то убил. Это что опять? Чувак, вот эту убери, дрыщню вот эту вот, убери, пожалуйста, это говно. А, ну чтобы кто-то прошел, да? Нет, не надо такую большую сделать, делать. На, сам делай, на тебе блоки. Быстрее. Ну, естественно. А, ты подобрал? Я подобрал. Так, я вот теперь надо. Хилься, короче, это. О, синие остались только. Ну чё, выживаем, чувак, тогда на выживание? Да. Чё выживание? Ну, я, короче, буду лутать тогда алмазы и тупо будем выживать. Ну, типа, просто главное хп, чтобы у тебя много было. Просто не сдохни, Арсений. О, все, красный наш сдох. Его скинули. Чувак, тут идет желтый, это мне бы твой лук обоссанный. Оборона, Арсений, оборона, оборона. Нету никого, ты чё? Там вон желтый есть, вон там желтый. Где? Ну ты просто ближе подойти, вон он. Ну ты где? Сейчас уже убежал. Ой, вижу, смотрю в книгу, а там нихуя называется. Новая пословица от Арсения. О, все, жопа. Нет, это от Лени Фёрст, который сказал. Не, ну ты пидор. Вот это от него, короче, пословица. Нет, желтый, ты... желтый, желтый! Вижу. Давай, 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 давай. Застреливай. А у меня мышка резко вверх, короче, повернулась. Быстрее, быстрее! Все отлично, скинул. Ага. У меня резко вверх, короче, мышь повернулась. Ты можешь поверить? Нет. Это отмазки опять твои стандартные. Да, анальные отмазки. Смешротка. Сладкий попугайчик. Арсений, вот эту дрессину нужно убрать, если нас кровать снесли, зачем она здесь стоит? А я ее что ставил? Сломай ее, пока не надо обороняться, просто сломай ее. Купи эту дрессню, короче. У меня денег нет, я коплю на стрелы и на алхазские яблоки, все. А желтые сдохли, остались, получается, синие. Синие. Ты че? Арсений, брони, 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 пожалуйста, пожалуйста, брони, брони. Как я вовремя, как да я вовремя. Да отойди ты! Ну ты молодец, это обороняй, обороняй, сам перед стрелой прям стал. чуть не сдох просто. Тебе дались какие-нибудь ресурсы? Нет. Короче, тупо на базе сидим, чувак. Давай тупо на базе. Ножниц просто. Нет. Они не продаются. Купи их, купи! Не продаются эти только. Продаются, что-то. Они продаются! Где кирка, Арсений? Вот смотри, сейчас куплю. Так там же написано. Сука, серьезно? Все, вот, я их купил, вот, смотри, а, у вот, вас вот. Недостаточно ресурсов, я понял. Все, давай убирай, тем более тогда. Кирка, есть вот эту дресню убрать? Нету. Забей, короче, просто. Это. Спокойно, не так много. Во, да, вот так вот. И с той стороны еще. Хотя с той стороны куча народа уже упала, так что надо еще подумать над тем, чтобы ставить там. Надо где-то провалы сделать, где-то здесь. Что, чтобы кто-то из нас с тобой умер? Нет, надо ловушку голуби сделать. Ловушку голуби? Да. Вау, вау, вау! Отстреливай, отстреливай! 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 Стрелы! Упал. Не могу, я так ору, Арсений, просто. А, ну золото, естественно, высосали все. На себе купи, Арсений, на золото, на, купи себе хороший лук, на. Сзади скину, купи себе нормальный, а я пока смотрю. Просто, я не знаю, ну членососы, что я могу сказать? А мне не хватит золота. Хватит тебе золота, тебе нужно купить изумрудный лук, изумрудный! Какой изумрудный лук? Ты быстрее изумруды! А, так... Ломанэ, я думал, ты мне это золото дал. Золото, стрелы, все купил себе? Молодец маленький. Да нет, это стрелы-то у меня есть. Ах.
А наши... Наши поливали. Нет, они просто сдохли все. Да. Не надо там закрывать. А как я идти буду? Так не ходи. Куда ты ходить собрался, а? Алмазы лутать. А, ну удачи. Удачи, так, денег, он там дальше. Синий, вот там... Чувак, стреляет! Оборона! Пусть сначала обстреливают, обстреливают! А потом уже оборона будет. Никто не давай, идет. Давай, я сейчас тебе помогу, помогу. Первый рубеж обоссан. Я так считаю. Скинь мне изумруды, изумруды сейчас скинь потом, когда оборона пройдет. Она, думаешь, пройдет? Они сейчас двое побегут и все. Изумруды мне скинь, мне, быстро изумруды. Ничего, что я под прицел, нет? Нормально, да? Это нам для расстрел. Быстро! Забирай. Сейчас я тебе помогу. Просто... Мне не хватает изумрудов. Да быстрее! Что ты сказал, басри? Да. Яблоко. Красава просто. Короче, это бесполезно. Пусть он бежит сюда. Мы ее здесь обоссым просто. Вот, тупо. Да все, это... Чувак, не стреляйся. Ты стрел зря тратишь. Сколько у меня стрел? 24. Ну... Обороняйся, просто обороняйся. Ага. Хилься, главное хилься. У меня пол. Я сейчас... Ну как полно? Без полтора, а так нормально. Я сейчас сдохну просто. Чувак! Я абхазские яблоки ем, у меня нет хп. Поздно, есть абхазские. Все, чувак, рубеж, у меня мало хп, все, отхожу. Понятно. Ну они аутисты просто. Ну, на третьем месте хотя бы. Уже что-то. У меня аж 2 тлаунчера было открыто. Охереть. Ну все тогда. Это завтра во сколько у тебя как это? А завтра, ну, я завтра... не смогу, завтра я уезжаю. О, а куда? В под... Москву. В Москву, короче, уезжаю. Короче, понятно, что ты куда уезжаешь. Да в гости я уезжаю. А, ну у меня завтра тоже гости будут, поэтому... О, смотри, он здесь это, дреснёй стреляет, видишь? Нет, я ж вышел уже. А. Попробую с этим модом потеребить, у меня сейчас время лавер до хера. Вот. Ну, короче, тогда... Нет, а тогда послезавтра как у тебя? Послезавтра чё у нас? Воскресенье, да? Там, в принципе, чё? Там, в принципе, нормально. Чё-нибудь придумаем. Ну, тогда чё-нибудь придумаем, да. Ну, завтра, короче, это... Ну, всё, давай, Арсений. Ага. Слава Украине. Слева.